внимание. Всем привет! В этом видео буду играть в игру под названием Der Panda School. Школа. Так, начинаем. Первое. Нужно сначала записать тему нашего урока. Тему урока. Это будет тема моего канала. Сейчас я попробую написать. Конечно, немного неудобно, но нормально. Такая мы странная получилась. Так. Вот так вот. Тема нашего урока. Так. Это у нас учитель? Это пусть будет у нас учитель. Нет, это будет учеником. Только не понимаю, почему у него вместо тетрадок на столе лежит еда? Ладно. И планшет. Что это за школа такая? Это нужно утилизировать в мусорку. И мусорку подальше. Это тоже в мусорку. Хотя, что это? О, не, пенал не надо. Пенал оставлять. Планшет в мусорку. Вот, все, нормально. Одеваемся в красивую школьную форму. Вот это тоже дерьмо в мусорку. В мусорку, я сказал. Блять, в мусорку! Все. Так. А учителя можно и без формы побыть. Итак, тема нашего сегодняшнего урока — изучение канала МС Тимура. И обязательно нужно подписаться. Кто не подпишется, сразу два получит за урок. Понятно? Это номер один. То, что нужно сделать. Блять, как, да. Это номер два. Это две вещи, которые нужно знать и соблюдать. Понятно? Понятно. Все. Все свободны. Урок окончен. Домашнее задание. Поставить лайк на все видео. МС Тимура. О, тут можете что-то написать карандашом? Где тут есть какой-нибудь листок какой-нибудь? Или что тут есть вообще? Где писать? С указкой по голове получишь. Бам. Ой, что за маленькое тут чудовище. Я решил так сделать. Так, ты идешь нафиг отсюда. Ты уволен. Ты не выполнил домашнее задание. Понял? А ты... Указку возьми, возьми указку. Нет, возьми указку. Вот, молодец. Идешь сюда. Все, теперь у нас новый учитель, понятно? Очень добрый, очень вежливый. Все, до свидания. Все, урок кончен, всем до свидания. Как будто тут время идет. Что тут еще интересного есть? О, может быть, надо журнал найти, сломать все тут. Принтер, книги. Красота. Эй, сел. Закрываем. Они такие смешные, сидят тут. Уже 12 часов, 2 часа ночи. Уже все стемнело, они тут сидят. Ну ладно, школа, в принципе, второй дом, учиться нужно круглый всегда. Пусть тут сидят и учатся. Что я сказал, сам не понял. Во! Круто же. Чтоб ты еще в мусорку поместить. Ничего не будет. Ух ты, ничего себе. Лучшая презентация в мире. Всего два слайда. Ну, три, может. Короче, кто эту презентацию сделал, тому сразу двойка. Ух ты, что это тут у нас? А, телефон. Где что-то есть? Книжки, яблоко. Ну, фрукты, конечно, полезные кушать. Но только на перемене, а не на уроке. Хорошо, что хоть курилок никаких. Хотя... Туалет.
Леонид Туалетович, как вам не стыдно, вы хоть бы закрылись бы тут. Все-таки учитель же. Знаете, я нас обшикую лучше. Закройтесь лучше, чтобы это не чтобы мы это не видели никто. Ну вот подошло наше видео. Замолчи. Вот подошло наше видео к концу. Всем, кому понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Если будет много лайков, я сниму продолжение другие комнаты этой игры. Всем пока!